Бачанга, моя самая крутая банда в истории человечества. Находимся на Канарских островах. И, ну, кто смотрит прямые трансляции, кто не смотрит, кстати, подписывайтесь на эфиры прямые, да, то есть в Инстаграме, ну, и здесь на Ютубе тоже. Вот, и, в общем, кто смотрит прямые трансляции, тот уже знает, что я уже говорил, что у вождя набралось миллиард этих просто видео, миллиард. Я не знаю, что с ними делать и как их выкладывать, но сегодня я решил немножко разобраться в этой видеошкатулке, точнее, видеосундуке, если еще точнее, видеогараже, ангаре, где все эти видео накоплены, оставить их просто пока в покое и взять сегодня, вот прямо сегодня возьму, запишу новое свежее видео. И так получилось, что вождя пригласили художники, а художникам я отказать не смог, понимаете, да, потому что вождь и сам художник, свободный при том. Вот, и сейчас еду в гости к художникам в место, которое называется Лос Гигантес. Опять-таки, кто смотрел старые ролики, тот уже знает, как выглядит Лос Гигантес, я вам его не раз показывал, там горы показывал, пляж показывал, также показывал места чудесные, красивые, сказочные, удивительные места, когда в Лос Гигантес можно попасть со стороны маски. Все это вы можете увидеть в старых видео на моем канале. А если хотите видеть что-то новое, то смотрите дальше, потому что сегодня будут художники. Смотрите, какие красивые скалы Лос Гигантеса. Я вам уже показывал эти места. Вот, сейчас идем, иду в гости художникам. Юля и Игорь зовут. Я их пока еще вживую не видел. Пачанга, Пачанга, привет. Че, заходи. Вот это все наши. Вот такая вот, друзья мои, смотрите, студия какая мощная вообще. Сейчас Юля нам покажет все, что здесь у нас происходит. Вот все, что на мольбертах, это, в принципе, в процессе работаем. Это кто вот пишет вот это? Вот это Игорь все. Ага. Вот эти уже законченные. Вот с этой работы вообще фатальная история просто была. Она должна была принять участие в Санта-Крузе на выставке. И просто, как всегда, у художника все в последний день. Мы решили почти в ночь оформить ее. Потом, и плюс надо заупаковать было. И мы в ночь, здесь свет горит, творческая атмосфера, прибиваем раму, и она просто срывается, падает, и падает на молоток, который вот так стоял, и протыкается. Вот там, где бутылка, просто сшита, это у нас уже реставрация была, наша собственная. Там такая дыра 10 сантиметров. И как бы в этот, конечно, на следующий день эта работа не приняла участие в этом выставке. Вот только эта Татьяна ездила, и еще одна, которая продалась. Но мы по чуть-чуть, конечно, для Игоря это, он, честно сказать, очень переживался. Я смогла спасти. Я думала, что он срежет эту картину и порвет просто на куски. Но ничего, мы ее спасли. То есть, в принципе, сейчас ничего не видно абсолютно. Там вообще все отлично. На самом деле, и в музее уже... Вы сказали? Да, реставрация новая. Также, наоборот, история еще есть у картины. Да, вот у этой картины огромная просто история. Вот. И вот на стене это все местные пейзажи. То есть вот Лос Гигантес, это в горах на уровне облаков. То есть это Томайма, вот следующий городишко у нас в горах. Это вот у нас здесь по городу. Это, кстати, вот этот натюрморт у нас во дворе писался. У нас цветут вот эти красные цветы по весне. Вот. И вот натюрморт прям ставился с натуры и писался. То есть это именно с натурой работа. Вот. А вот там висят уже акварели. Вот эти вот работы. Это вот все акварельные, но это учебные работы. И это, вот, кстати, вот эти все написаны для онлайн-мастер-классов. Мы в интернете ведем онлайн. По Ютубу или по другому? По Скайпу? Да, у нас есть сайты, которые с нами нам пишут, предлагают нам, и мы ведем. То есть они там сами организовывают трансляцию. А, понял. Но в чем проблема? Проблема в канарском интернете. И, конечно, трансляция слабенькая. Мы записываем постоянно ролики, уже продаем в хорошем качестве эти ролики. Но через вот именно интернет качество вообще. То есть оно все квадратит, неносимо просто. То есть вот эти все, вот это и эта работа написана за 2 часа. Вот чисто за 2 часа в один сеанс, хотя работы крупные сами по себе, акварелью.
То есть это люди разные садятся в разных точках мира, да, и они смотрят трансляцию, они правильно? Они могут смотреть, а могут и параллельно рисовать и задавать вопросы. То есть мы по чуть-чуть пытаемся разные сферы оформляем. У нас так-то и YouTube канал есть, мы там выставляем, но вот именно мастер-классами все-таки это много времени занимает. На YouTube мы особо не выливаем, мы более короткие там делаем. Вот. Это у нас, кстати, вот тоже Los Gigantes. Знаете, глаз дракона? Там есть такая дырочка на Los Gigantes, и глаз дракона называется. Туда можно сходить. Идти где-то 2,5 часа, 3 часа. Мы туда ходили, там, конечно, так немножко экстремальненько, небольшой участок надо пройти по скалам, когда у тебя просто вот здесь 600 метров. Да. Ну, конечно, опасно так это. Но место шикарное, и там видно и маску получается, и всю вот эту сторону. Ну, и высоко. Это с маски можно туда добраться или это отсюда? Это Тамайма. Вот это Тамайма, следующий городишко, там есть тропа. А, понял. Тропа прекрасная, просто легенькая, такая прогулочная и красивая там. Вот это у нас студия, тоже хвалили. Вот, а вот последнее, это моя работа, это чисто ученическая. То есть вот этап рисования картины. То есть от линейного, потом светотеневой, тональный и цветной. Объяснение. Ну, вот. И вот, кстати, вот эти все атрибуты стоят, это у нас натюрморты. То есть черепом у нас нет телефона. Бедный Рюрик, да. Ну, он не искусственный, не настоящий. Ну, да. Вот это у нас ученица писала маслом, это ее первая проба пера. То есть чисто первая работа. Это называется гризаль, когда используется только белый, черные, ну и здесь охра еще использовалась. Конечно, она чуть-чуть не доделала, но я думаю, она верстает все свое. Обучение у вас здесь проходит, в этом, да? Здесь, да. То есть как бы на ставятся улице, стульчики, да? Или на так? Улице здесь, да. Здесь, и то на есть, улице. Вот мольберты, вот эти люди, их как раз и мы берем и на пленэры, когда на природе пишем. То есть они легкие, они складываются в сумочку и с собой. Вот. Здесь стулья, да, все, в принципе, здесь для рисования. Да, абсолютно. Да. То есть и вот эти предметы, у нас есть не только это помещение, а вот как кабинет атрибутики, по сути. То есть здесь такой чисто творческая обстановка, немножко бардачная. Так, друзья, мы заходим в закрома художников, попадаем. То есть это кабинет атрибутики. То есть здесь хранятся атрибуты для рисования. То есть это мы собираем. Все по барахолкам, по вот этим секонд-хендам, за копейки ученики нам приносят, просто сами где-то находим. То есть это именно местные вещи, которые в обиходе. Есть интересные, китайские даже какие-то предметы. Вот у нас, допустим, здесь уже собрался такой серебряный тоже набор. А это что за город писался вот здесь? Это Москва. Москва, да? Да. Вот. И у нас, вот, допустим, здесь собрался вот этот серебряный набор. На самом деле местные секонд-хенды не знают цену серебру и вот такую вещь. Вот так, дайте, что это? Перец? Нет. Высыпать? Нет. Так. Нет. Надо отправить, что, где, когда. Вот вопрос на посылку, что это? Как бы явно что-то должно сыпаться, да? То есть все-таки сыпется что-то? Да, соль это или же что? Это завар. Ну как называется? Чайник? Чай заваривает, нет. Да? Нет. Нет. Что-то сыпется. Это вот раньше такое было, сейчас в обиходе почти вот таких красивых вещей нету. Друзья, угадывайте, пока не сказали, угадывайте, у вас есть секунды перед тем, как отгадать, что же это такое. Это откуда вещь? Отсюда вообще сама по себе? Ну, как бы да. То есть такая здесь немножко восточная она, конечно. На рынке, да, куплена? Да, в секонд-хенде куплено. Причем там, по-моему, английские печати стоят. То есть вообще серебро многое английское. Оно здесь копейки стоит, на самом деле. Хотя у нас, мне кажется, в России это намного дороже. А не, это знаешь почему? Потому что это другое серебро. Да. Я сейчас не помню, как оно называется. Столовое такое. Какое-то да. Там серебро было. Ну что, рассказываю? Давай. Для сахарной пудры. Это сахарную пудру, да, посыпает. Настолько красивая вещь. Но вот почему-то у нас сейчас таких нет в обиходе. Я сама долго думала, что же здесь сыпется. Ну, получается же, перец тоже можно тогда? Ну, как бы соль, перец и сахар. Большие для перца.
Для сахарной пудры нормально, чтобы побольше так насыпать. Да. Для перца, думаю, что не очень удобно. Вот так вот, кто отгадал сахарная пудра, пишите. Интересно, вот если что, где, когда они зачитали бы мой ответ или сказали бы, ответ неверен. И вот эти тоже мы купили, вот этот весь набор, вот три предмета, вот этот и там стоит еще. Оно было чисто черное, вот оно было вот такого цвета, вот просто абсолютно черное. Там даже не было понятно, что это серебро. То есть это мы все сами очищали, вот где-то осталось еще в разводах немножко. И потом оказалось, это вот английское, что вот эта вся роспись, это сделано женой ювелира. И это она разрабатывала вот эти все узоры, а он исполнял уже. То есть их на самом деле маленькое количество, и в интернете продается один такой, ну, одна вещь 400 евро. Ну, конечно, там в идеальном только состоянии, но не настолько идеальное. Рамзес, ты что там делаешь? Что-то он разодрал. Я тебе. Да, какую-то игрушку. Да, да, у нас здесь мы для детей еще делаем эти поделки. Вот так вот. Так, пойдемте, друзья, покажу вам теперь. Двор покажешь нам, Юль? Да. Вот. Это вот все, вот это все. Весь низ, это принадлежит одним хозяевам. Мы у них снимаем вот именно студию. То есть вот это все их. И вот это они тоже все сами делают. То есть вот эти якоря, раньше их отец, это все ставилось, оформлялось, все эти лампы, это делали они. А вот здесь была... Они сами где живут? Здесь не живут они? Они живут в Лос-Гигантесе, да. А, ну, то есть рядом как бы. Да. А у них здесь был дайв-центр раньше, когда-то еще. А еще не было вот этого ничего, и можно было спокойно как бы от этого места выйти на улицу. Вот здесь это был бар, кафе, такой кафе. И вот эти столы, здесь был тоже стол. Вот, все, я понял. Это было кафе потом, уже когда это закрыли. И здесь был навес большой. Мы видели старые фотографии. Ага. А вот где плитка помененная, вот светлая, там пальмы были. А вы имеете право открывать здесь кафе или нет? Кафе нет. Нет, да? Почему? Потому что поменялись законы, когда Канары вошли в Евросоюз, поменялись законы, и вот в этом месте нельзя, потому что сверху жилые, и оно как бы по документам, здесь можно вести деятельность, в нашем случае, но нельзя никакие кафе открывать, рестораны. И они, получается, они не сдавали свое помещение 10 лет. И когда мы их нашли, они не сдавали. Но мы с долгими переговорами, они хозяева немцы, и она сама рисует. На самом деле, что было в студии, это кошмар, потому что там было до потолка просто как мусор сделано. Вот в соседних помещениях вот осталось то же самое, потому что мы, да, арендуем только одну. Они устроили из этих помещений просто абсолютный склад, и за деньги разным европейцам можно вот оставить там На хранение вещи, да? Вот и то же самое было в студии. Там просто было царство кукарачи, тараканов. Они там были повсюду. И как бы в нашей студии всего-то годик. А, вы недавно сюда заехали, получается, да? Год и полтора года. Полтора года. То есть не так давно все это организовали, и на самом деле все эти картины... Просто было бы прикольно, если бы еще кафешку могли. Ну, так не такую кафешку, Вообще, по теме, я имею в виду, тематическую. Я мечтаю открыть в соседнем помещении какую-нибудь там из глины скульптурную, то есть чтобы именно еще лепить. Может, поставить печь и для обжига какие-то, я не знаю, атрибуты делать. Было бы неплохо открыть у нас и помимо живописного отделения и скульптурное. Да-да-да. То есть параллельное развитие, хорошее понимание формы. Ну, в общем-то, полезное дело. Ты на художника учился или на скульптора? Я учился именно на живописном отделении. На живописи. Да, ну, даже мы проходили в течение 2 лет первого-второго курса обязательно скульптуру. Скульптуру, да. Да, сюда как занесло? Сюда мы вообще приехали с друзьями. Ага. Это какой год? На 2 недели. В 2013 году. В 2013 году, так. Пока, я просто старался как можно больше времени потратить на живопись.
То есть ребята больше посещали какие-то экскурсии. Я ходил в это время по улицам, что-то рисовал. Угу. А ты с чем приехал? С красками, с холстом, да? Конечно, да, конечно. Я обязательно. Куда бы я ни ехал, это у меня всегда с собой. Это даже, ничего себе. Да. То есть это именно задача у меня и была воспользоваться, посмотреть какие-то другие климатические условия. Угу. Другие краски, возможность пописать тот же самый океан. То есть для меня это все возможности. Пописать что-то новое. То есть я всегда придерживаюсь своей профессии. Ну, я люблю свое дело. И, в общем-то, таким образом так и было, что ребята были где-то на экскурсиях. Я по улицам здесь везде ходил, рисовал. И у меня раз одну работу приобрели, другую работу приобрели. Что-то как-то все что-то знакомятся на улице, пока там рисуешь, потому что город небольшой оказался. Это в каком? В Кристианосе ты или где был? Вот именно в Лос-Гигантесе. А, Лос-Гигантесе. Вот, Сантьяго, да, вот это вся одна единая зона. И так получилось, что одна женщина, я увидел в магазине, как она стояла там чуть-чуть вдали от прилавка, рисовала волны. Я ее спросил, что она вроде как художница, она говорит, не, я работаю в магазине, но мне нравится заниматься живописью. Мы что-то обменялись там картинами посмотреть у друг друга. И очень понравились мои работы. Она говорит, ты обязан поучаствовать в конкурсе, вот прям вот точно должен. И как бы вроде, ну ладно, почему бы и нет, конкурс интересно. Мы узнали, конкурс оказался международней. То есть его заявка как международная, хотя на самом деле проходит он очень так индивидуально в деревне. Ну, мы международнее приехали и решили поучаствовать. А потом так получилось, что, в общем-то, было чувство, что мы можем выиграть в этом конкурсе. А это призовое место, и там оно финансируется. Это там 600 евро чистыми получается. В общем-то, и сумма неплохая. И был смысл дождаться конкурса, а это получалось, затягивалось больше, чем на 2 недели, чтобы узнать эти результаты. В общем-то, ребята у нас поехали домой, то есть наши друзья, Юля, им пришло, ну, надо было возвращаться, а я остался, в общем-то, для какого-то непонятного эксперимента дождаться конкурса. В никуда, да. Риск вот к чему приводит, вот поэтому надо рисковать. Ну, оно какое-то чувство было, что надо, вот и все, да, то есть я чувствую, что можно выиграть. То есть, как минимум, ради этого нужно дождаться результаты. Но и так получилось, что я остался. И так оно и случилось. Было выиграно первое место. Было так, опять же, все как сложилось. Надо получить деньги призовые. Надо ждать, когда они придут. После того, как они придут, выяснилось, что нужно иметь определенные документы испанские. Чтобы получить эти деньги, соответственно, в банке. Я со своим российским паспортом, как бы, в общем-то, к этому отношения не имею, к их документам. И они мне что-то там сделали, на, вот ты как должен получить деньги. Иди получай, вот тебе, ты поучаствовал в конкурсе, ты выиграл. И да, и они мне там помогли на самом деле. И я в течение 2 дней получил вот этот их, не этот. И он мне позволяет, да, участвует и по сей день в разных конкурсах. Оказывается, на следующий год они уже перестали его заявлять почему-то как международный. То есть, я не знаю, это связано как-то с нами, я извиняюсь. Но тем не менее, вот как будто специально стали требовать обязательно теперь участие вот этого местного. Чтобы местные были, да? Да, вот этот НИИ, да. И как раз мы его имеем. И опять же, получилось так, что надо ждать результаты. Все это затягивалось месяцами. Картина там где-то будет месяц находиться. То есть, все это как минимум на 2 месяца. Я, естественно, пытался продавать какие-то, продолжать работы. Я у меня понял, что у меня это получается, потому что уже был результат. И у меня это начало получаться, и, соответственно, еще язык где-то на ходу пытаешься что-то там улучшить свой, потому что выбора нет, с людьми надо, приходится общаться. А как продавал картины в начале самом? Да ну как, разложу пейзаж какой-нибудь, увижу красивый. Угу. В общем-то, пробовал в разных местах, и здесь, и в Лас-Америкосе, я много ездил, писал. И вот у меня разложен мой этюдник, стоит работа, на которой я работаю. И здесь я так чуть-чуть могу разложить еще несколько работ для примера. То есть, в общем-то, я никого не тревожу, они лежат и лежат. И я сам пишу с натуры, и люди начали кучами собираться, вот там прям сравнивают что-то, там у них свои какие-то обсуждения. И прям я смотрю, кто-то точно берет эти папки, начинает их листать, там просматривает, ну и спрашивают, how much? Гляди, за один вечер там 75 евро заработал, за другой вечер 120.
Ну, раз на раз не приходилось, но, в принципе, там в пределах 40 евро я умудрялся все равно всегда продать. И, в общем-то, мне показалось, что это неплохо у меня получается. И таким образом я много писал, много, естественно, продавал, кстати, удачно достаточно. И поскольку все это затянулось, надо было ждать, я таким вот образом и вжился, потому что оно одно на другое комом накатилось, появились какие-то клиенты, устроился я работать на марке случайно, который у нас был раньше в городе. И я работал на этой ярмарке, продавая свои картины, и получилось уже официально, да, и уже у меня место за мной затвердилось. И уже появились клиенты, которые приходили именно туда меня найти специально, чтобы приобрести работу у нас. Ну и по чуть-чуть, понимаешь, да, ну как бы так и Юля уже там вернулась, и ну все понемножечку как бы вжились. И испанский подтянулся, и английский подтянулся. Уже корни пустили. Да, ну получается, в общем-то, если у тебя как-то работа есть, у тебя все идет нормально, то оно, в принципе, нет смысла сильно дергаться. Самое сложное, что было, Игорь? Вот это вот путь, сколько лет ты сейчас рассказал, вот путь, который... Ну, я рассказал в первые примерно полтора, полгода даже. Полгода. Да, это был рассказ именно о первых полгодах, вот как только въехал. Да, да, да. Я уже проживаю на Тенерифе 5 лет. Конечно, за 5 лет уже другие события произошли. У нас уже имеется художественная студия. Причем, если честно, сюда заходят люди и думают, что она уже давно здесь функционирует. Настолько она сюда неплохо вписалась, в принципе, вот вся эта атмосфера, все срослось удачно. Повезло нам и с хозяевами, с людьми, которые держали эти помещения. В общем-то, они не собирались ничего открывать. Ну, вот повезло, что под живопись, оказывается, люди-то не против отдать помещение, и причем по очень такой сходной цене, которой здесь, в принципе, в Возгиганте и не бывает. Ну, то есть тут, как бы, вот видишь, оно такие везения тоже, оно очень важно. Я не знаю, что поспособствовало, то ли мы как-то удачно пообщались, то ли вот именно живопись нас вот как-то там, но... Я хочу сказать, что доля везения, она тоже есть определенная. Ну, ты же занимаешься своим любимым делом, правильно же? Вы вместе занимаетесь, да? То есть... Да. Ну, в общем-то, знаешь, времена бывали разные. Как бы ничего плохого такого не могу вспомнить. Но, тем не менее, я помню времена, когда мы не зарабатывали с Юлей вообще, в принципе, почти никаких денег. Не так-то и просто было. Ну, мы не жаловались, мы как бы, знаешь, это... Ну что, мы умеем заниматься, вот чем мы любим, тем занимаемся и продолжали этим заниматься. Да. То есть у нас четкая была позиция, в общем-то, не стоит дергаться сильно. Там, ну, размениваться, идти на, да? Да, размениваться, идти на рынок, работать, что-то там, какие-то новые такие ходы искать. Да, да, да. Мы пытались держаться в своей сфере, и мы верили, что это даст результаты. И, в общем-то, я считаю, что какие бы там ни были, они есть на самом деле. То есть мы сегодня... зарабатываем именно своей профессией, люди нас спрашивают, ничем ли вы больше не занимаетесь. Ну, может быть, что-то где-то и занимаемся, но тем не менее, то есть живопись это у нас вот основное. То есть я думаю, что был правильный выбор поставлен, что не надо уходить в сторону от этого. Ну, это только время. Ну, теряешь. Просто были разные предложения, на самом деле, очень даже соблазнительные, то есть там... Друзья у нас предлагали что-то там иметь дело с отелем. Нам не очень понятна эта сфера, если честно. Даже если вот предлагали... Здесь, кстати, был даже такой вроде момент удачный. Предлагали стать менеджером. Не менеджером этим, да? Как это? Ну, администратором ресторана. В общем-то, там надо было вечером приходить, проследить, чтобы деньги все забрались и все такое. Но дело в том, что это все с контрактом, чего люди очень такие здесь ищут. Это не так-то просто, чтобы получить контракты. Рабочие. Ну, было такое предложение, но, опять же, не соблазнились мы на него. Ну, не наша сфера, ну, не понимаем мы в этом ничего. Ну, что там мы будем по ночам в этих ресторанах сидеть? Честно говоря, нет. Писали бы клиентов, сидели. Да, контракт вроде все замечательно звучало, конечно, но нет, не пошли мы на это. То есть мы придерживаемся всегда вот... Своего любимого дела. Ну, вы на чистейшей почанге находитесь. Своим любимым делом занимаетесь... Получаете за это и живете. Спасибо. Большая честь для нас, что посетили нашу студию. Спасибо, Игорь. Вам спасибо. Мы смотрели ваше видео. Вождя мы всегда рады видеть в нашей студии. От души спасибо. Вот так вот, друзья. Видите, вот из истории, вот еще раз
становится ясно, чтобы не терять время, не жить чужой жизнью, живите своей жизнью, занимайтесь тем, что вам нравится. Не разменивайтесь, потому что вас будут приглашать и в рестораны ночью сидеть, и еще в разные места, да? Это потом уже начинается, вначале туда тоже не приглашают. Опасный момент, опасный момент. Да-да-да, вот, поэтому не разменивайтесь, всегда знайте, вот что у вас душа лежит, к этому идите, и в любом случае вы будете на верном пути. Пути имеется в виду к свободе. А много русскоговорящих художников, много здесь? Художников, да нет, немного. Мало, да? Ну вот, которые обучаются, это кто, русскоговорящие или другие? Большинство русскоговорящих, вот детей, взрослых, которые здесь проживают. Проживают здесь. Да, детей и... своих отдают, да? Да, обучают? Да. У нас здесь, как бы, в принципе, много Лос Гигантес, достаточное количество детей. Угу. А испанцы есть, но мало, и взрослые. Начинаешь сразу все и учить язык, ну куда деваться, если они сидят, испанские дети, они же по-русски-то не понимают. Я хочу сказать, что это тоже был определенный сдвиг в плане вот языковых барьеров. Mm-hmm. Почувствовал себя уверенней, и у меня появились после этого испанские ученики. Похвалился бы, если можно. Конечно. Своей испанской ученицей. Mm-hmm. Да, то есть вот, например, стоит очень сложный натюрморт, эти достаточно. Mm-hmm. Да, сейчас он, правда, загорожен, я извиняюсь, но там, видите, сложные, много сложных предметов, череп, книги старые, да, разные, mm-hmm. все. И вот она у меня вот работает в течение года. Правда, она эту работу еще не доделала, чтобы зритель слишком критично, mm-hmm. если что, не воспринимал. Она у нас учится меньше года. Mm-hmm. А ей самой сколько лет? Ей самой уже 40. А, взрослый, да? Да, mm-hmm. взрослый человек. Mm-hmm. И вот такие у нас хорошие результаты получились. Да, и вот это то вот есть она с удовольствием у нас ходит, занимается, я учу ее на испанском языке. И научить-то вроде бы мы смогли, значит, есть результаты в самом испанском. А она еще, кстати, тоже мне говорит, что ты иногда, конечно, чудновато разговариваешь. Но я адаптирую еще, понимаете, наши какие-то выражения, они, получаются очень чудно на испанском звучат. Но, говорит, как ни странно, я все поняла, и у меня получается. Да. Результат есть, все нормально. Это тоже вот работа испанца, мужчины, которому mm-hmm. уже далеко, наверное, за 60, извините, а того и, наверное, за 70. То есть, я так думаю, ему около 70 лет, если честно. Его зовут Сантьяго Фео. Mm-hmm. И вот он вчера вот у меня доделал вот эту работу. Mm-hmm. Это его первая работа. И я считаю, что очень-таки неплохой результат. Пожилые люди, да, получается, как? Они с возрастом приходят к тому, что хотят что-то нарисовать, писать картины. Это связано, может быть, с тем, что появляется время угу. у человека. Потом, ты знаешь, человеку хочется какого-то, наверное, спокойствия. Он вот взвешивает, может быть, все, что у него прошло за плечами. И это определенный способ самоуспокоения, то есть заняться наконец-таки именно по-настоящему любимыми делами. То есть, возможно, мы занимались в своей жизни чем-то совсем другим. Ну, например, работали на фабриках. Я не знаю, по-разному она жизнь могла сложиться, вынуждать по-разному. А вот сегодня человек пришел-то как раз именно к любимому делу, как в детстве. Вот обратите внимание, дети очень любят рисовать, да, то есть инстинктивно заложено творить. Я это подозреваю, что это рисование, это просто желание творить человека. А в общем-то в старости тоже говорят, что это определенный процесс впадания в детство. Гляди, и вернулись опять к нашим инстинктивным каким-то реализациям. То есть вот именно творить. И через живопись это один из способов, где реально себя можно выразить. Ну, то есть, музыка тоже, наверное, музыкальный инструмент иногда требует физических определенных навыков. Что живопись, в общем-то, ну, не требует. Тут все у нас в голове, а руки исполняют приказы. Музыка, струны, пальцы нужно где-то там, да, что-то. Ну, разные процессы, как и спорт. Спорт, к сожалению, тоже не все могут войти, потому что... К сожалению, иногда нужно иметь здоровье для занятий какими-то вещами. То есть живопись всегда искусство, но открыто всегда для всех, в любом возрасте можно к этому прийти. Если взрослый человек придет, за сколько примерно времени он может научиться вот как тот же натюрморт делать? Или он, допустим,
Я скажу так. Во-первых, конечно, это будет зависеть от самого человека, насколько он хочет учиться. Угу. Потому что он сколько-то к нам раз в студию приходит там в неделю, сколько-то это часов. Ну, по-настоящему, если бы он реально хочет этому, он должен прийти домой, проанализировать, какие он знания получил. И пытаться эти знания практиковать. То есть постоянно расти. Это постоянная практика. Это надо любить. Это надо постоянно этим заниматься, как и в любом другом деле. То есть без постоянной практики, без постоянного размышления над тем, чем мы занимаемся, оно результата не будет. И, соответственно, чем человек больше об этом думает, чем больше он тратит на это время, тем больше результаты будут достигнуты, и быстрее, соответственно. Это точно. Причем, если поначалу что-то непонятно, за счет какого-то количества практики большого, все равно придет к тому, что надо. Тем более, знания преподносятся сегодня, они есть, не приходится ничего изобретать, да, то есть все известно, в общем-то, как надо. Mm-hmm. Если правильное знание, правильно все выстроенное, то есть человек научится, лишь бы желание было. Yeah. Вот тут не нужно никаких-то особых талантов, просто любовь и желание к этому занятию, и тогда будет результат, это 100%. Как наши преподаватели говорили, как я помню, талант – это 99% труда. И, может быть, 1% оставим для супергениев. Но это тоже очень своеобразные иллюзии. Не уверен, что к этому нужно стремиться, да? То есть, ну, смысл такой, что, да, есть желание, человек научится. А по-настоящему, если у него все-таки это желание присутствует, то вот, например, девочка пришла ко мне нулем в 14-13 лет. Она у меня занимается год с лишним. То есть сейчас ей 15 исполнилось. Ну, вот, например, она рисует геометрические фигуры, да, то есть, если можно посмотреть, они вот здесь вот стоят, специально создается подсветка, чтобы видно было свет, тени, сейчас, может, так не очень условия созданы, ну, ладно. Тем не менее, можно видеть, что у ней уже есть понимание, как выстраивать геометрические формы, как у них тени лежат, что очень важно для понимания форм, на этом и есть, это и есть база, рисунок. И что хочу сказать, для поступления в любое художественное училище на экзамене обязательно будет стоять три геометрические фигуры, как у нас стоит здесь на примере. Ну, плюс-минус могут быть другие формы немножечко. То есть наша задача человеку научить так, чтобы как минимум он мог пойти, и если захочет поступить в профессиональное учебное заведение, он должен иметь те знания, которые ему позволят участвовать там в экзаменах, и не быть там белой вороной, не понимать, что происходит. Он будет уверен в своих знаниях, и никаких проблем тогда не будет. То есть я считаю, что вот главное хорошая логика, и все будет нормально. А остальное практика. Да-да. В течение года добиваются вот, ну, если человек постарше, извините, да, там, все-таки не дети, то в течение года, да, наверное, плюс-минус вот такой результат можно добиться. Вот фигуры, извиняюсь, нет, это надо будет, ну, пара, 2-3 года. Имеешь в виду тело, да. Ну, в смысле человека. Да, тоже, потому да? что тут уже есть анатомия руки, да, головы. Ну, это кто писал? Вот это Юля рисовала. А, все, понял. Да. Юлечка очень хорошо у нас владеет рисунком. То есть у нее был очень хороший педагог, можно сказать, даже великий на сегодняшний день, по рисунку, который, более того, восстановил старинные традиции нашего рисунка, такие, как использовали Суриков, Серов, наши классики. И у нас были восстановлены школы этого рисунка, и именно благодаря этому педагогу. Юле повезло у него учиться. То есть она получила именно из первых рук, грубо говоря. Сегодня это ведущий педагог нашего учебного заведения, где мы учились. Мы учились в таком замечательном учебном заведении, как ПХУ, Пензенское художественное училище. Это такой наш юмор, ПХУ, и отделение наше ЖПО. Живописное педагогическое отделение. Это прекрасно звучит. Нашему заведению 120 лет. Уже 123, по-моему. Ага. Вот. И это строился именно специально для художников. То есть это такой как храм. Там стеклянные потолки, то есть там скульптура, огромные коридоры, окна. То есть такая сама атмосфера. Конечно, мы хотели бы хотя бы фрагментик воссоздать такого вот этой атмосферы, чтобы творческая была. И поэтому, да, несмотря на то, что Юлечка такая
я извиняюсь, стройная девушка, да, не мускулистая, то рисунок ее очень твердый, уверенный. Это определенное такое сравнение, да, то есть хорошо, когда рисунок сильный, да? сила чувствуется, да? И вот у Юли он явно есть. Ну, здесь такая сила чувствуется, и одновременно мягкость чувствуется, такая мягкая сила. Ну, девушка не грубая, да, не грубая сила, а такая мягкая сила здесь чувствуется. Искусство вообще мягкая сила. Но тоже может использоваться по-разному и в разных целях. Угу. Даже были революционные картины, такие как «Смерть Марата» во Франции, ну, разные политические моменты. Искусство есть искусство, но параллельно история движется. Сидим, пьем кофе. Вот такие булочки. Сверху масло, внутри изюм, и что там еще? Джем. Ну, английская такая, типичная. Булочка. Ну, не ЗОЖ, конечно, но вкусная. Всем, кто трапезничает с нами, приятного. Обсуждаем, как жить на чистой пачанге, чтобы заниматься только своим делом, чтобы радоваться этой жизни, чтобы чувствовать вот эти вот красивые моменты, которые нам Всевышний каждый день дает. Художник голодным должен быть? Нет. Не, я не верю, и поэтому не голодный. Слава Богу. Я и страшного себе представить. Да, и очень борюсь с тем, чтобы меня никто не вынуждал в голодать, такие рамки, да? Голодать. Да, то есть это как объявление войны, по сути, мне какой-то. Нет, не согласен абсолютно. Причем, если по-настоящему посмотрим историю, посмотрите наших известных художников, элементарно буду называть Репин, Серов, Суриков, да, не могу перечислять, еще много Чистяков, и там никто из них не были голодными. Может быть, когда-то кто-то пережил какие-то времена, в жизни всякое было, но, слава Богу, эти художники хорошо зарабатывали, они были талантливые, таланты их замечались, они выполняли государственные заказы, писали богатых людей и зарабатывали большие деньги, и более того, их спонсировали меценатством, чтобы они выезжали, меценаты, да, выезжали за границы и могли повышать свой уровень, да, то есть даже такое вот. Нет, это неправда. А, конечно, если человек пьет, пропивает свои деньги и ходит, ну, понятно, да, то есть... Так, и художников тоже было немало, особенно французских как раз. Поэтому где-то отсюда мы можем такое что-то. Это неправильно, нет. Это изначально ремесло, а ремесло создавалось, соответственно, для того, чтобы что-то делать и этим зарабатывать и выживать. И еще даже, может, скажу, и талант, это был как полкусок золота. И когда приходили в ремесленную, хочу научить своего сына какому-нибудь ремеслу, его спрашивали, пожалуйста, есть талант, учимся. Да, то есть изначально это было все-таки ремесло, а в рамки искусства это уже история, да, высшая. Это человек не сразу к этому пришел, к этому пониманию. Что вдохновляет в первую очередь? Ну, красота, конечно. Естественно, девушки окружающие нас, молодые, красивые, да, природа, да, в общем-то, все вдохновляет, все. Далеко ходить за этим, на самом деле, не надо. Поначалу, может быть, хочется отправиться в поиски, прям удариться во всем, но в итоге-то все равно понятно, что даже вот, ну, где-то вот здесь вот прям можно найти красоту естественную, лишь бы научиться видеть, наверное. Замечать красоту, видеть, и все, и ты вдохновлен, по сути. Вот как приходит желание написать картину? Это чувство какое-то, или ты увидел что-то, или память, воспоминания, или для того, что... Я сейчас не имею в виду то, что на заказ, да, чисто вот, да, для, да, себя. Да, я понимаю, что... именно творческая, да, составляющая. Но я думаю, что эти чувства, вот все, которые практически ты перечислил, они в одно единое связаны. То есть это ты и увидел что-то, это твое внутреннее настрой, вот у тебя сейчас какое-то вот такое вот настроение, прям вот это все соответствует. И то, что окружающая среда, которую ты увидел, и твой внутренний настрой, они сошлись. И ты хочешь это творить, и это как будто, пожалуйста, тебе предоставлено, бери, не хочу, да? И все, и те же самые представления, картинки, которые, как ты говоришь, они где-то внутри, эти образы, оно все совмещается.
ты этот образ имел где-то в душе, в голове, сейчас ты его увидел, у тебя это совместилось, и есть желание это сотворить, а главное, есть возможности сотворить. Потому что если мы нет знаний, желание большое, а как это потрогать? Да, да. Как пощупать? Можно только вот полюбоваться, а сотворить не получается. Так вот, я и говорю, живопись один из способов реализовать себя. Музыка тоже. Вдохнул и сыграл, да, и выдохнул красиво, грубо говоря, музыку. И то же самое и живопись, ну, а просто вдохнул, да, и захлебнулся этим. То есть быть художником на Канарах лучше не по возможностям, а по ощущению, чем в Оркуте. Я думаю, что быть художником вообще это замечательно. Но это я не претендую на другие профессии. Это лично в моем понимании. Это одна из лучших профессий, которая может сделать человека счастливым. И на самом деле, конечно, если в голове порядок, я себя везде замечательно чувствую. Я приезжаю в Оркуту, это Арктика, это северные сияния, это тундра. И если я отмету какие-то процессы, которые могут быть не самые красивые на улицах, да, что-то может кому-то не понравиться в Оркуте, это другое. А сама природа-то, она тоже по-своему индивидуальна. Ну, конечно, на Тенерифе, естественно, климат добрее к человеку, чем все-таки суровые условия Арктики. Сколько человек на улице может порисовать в арктических условиях, плюс при полярных ночах. Один раз. Шесть месяцев, извините меня, полярных ночей, где солнце только появляется на горизонте, в течение часа исчезает. Но, то есть, даже солнечных пейзажей-то и не будет в течение шести месяцев. Условия явно тяжелее. Это можно попробовать, посмотреть, но это неправильно для жизни. Это, наверное, правильно как раз, как оно и было. Приехал, заработал, уехал. Способ заработать деньги. По-другому это неправильно, точно. Жить человек там не должен. Вот так то есть важны условия для того, чтобы творить. Должны, поэтому в студии могли обратить внимание, что мы пытаемся создать атмосферу, чтобы вот каждый угол, куда бы вот не взглянули, а можно вроде бы сесть и нарисовать. Чтобы оно вдохновляло, именно чтобы черпать. Потому что поначалу, наверное, вдохновение, да, не, надо искать. А когда ты уже сложившийся художник, ты его видишь везде. Оказывается, можно научить видеть, любить как красивое, и также можно научить любить некрасивое. Оказывается, человек может проходить мимо красивого и восхищаться по-настоящему уродливыми вещами. И это очень пугает. Как правда, что ли, нравится? Неужели? Вот прям думаешь, неужели нравится из мусора сделанная неприятная, некрасивая вещь? То есть из мусора сделали имитацию фекалий, извините, например. Арт новый. Что мусор уже неприятно, во-первых, трогать. И само изображение вот этого тоже не очень приятно. Ну, кто-то со мной может спорить по этому поводу, но если мы так ко всему отнесемся, к созданию каждой вещицы, из которой мы пьем, кушаем, сидим, окружающую, ну, я боюсь, у нас мир будет не самый красивый. Но кто-то же восхищается. Кого-то научили любить вот это некрасивое. А если ему каждый день вдолбить это, что это красиво, ну, точно он будет думать, что это красиво, почему нет? Какое-то искусство, которое, ну, на самом деле, более-менее позитивно, да, просто, скажем так, о наших естественных проблемах или окружающей нас красоте, на самом деле, приятное глазу, это неинтересно там выставлять им никому, они говорят, что это все, это какое-то старое мышление, нам подавай что-то остроту, какой-то там креатив. В итоге креатив вот это все плохое, чем хуже, чем больше фалосов там присутствует, знаете, тем чем гадостнее, вот, извините, чем ниже пояс дальше идем там, да, тем больше возможностей у вас, востребований, получать субсидии от государства. Да. Если ты творишь классическое какое-то искусство, понятное там человеку, не, это ты ни копейки не получишь, делай гадость, именно прям заставляют. Чем больше необразованных людей, тем легче управлять, и все. То есть мы так считаем, что существует на уровне, грубо говоря, диверсионных программ. Задача поставлена, как можно больше утопить вот это европейское искусство, то там, где оно родилось. Именно европейское искусство в живописи, да, ну, в изобразительном, дало миру такие результаты понимания, как, ну, изображение человека, портрета, да, то есть это, вспомните, это классика итальянская, французов, да, какие мастера великие, всех, весь мир учили.
И именно вот меняя понимание красоты, извращая, подменяя, да, там, выставляя нам какие-то каки, извращенные пропорции человека, да, с маленькими ножками, с кутяпками, перекошенным лицом, извините, с треугольником за место глаза. Это настолько уродливо, не дай бог, чтобы это снилось. Да? То есть, а поддержка этого происходит на финансовом уровне. То есть, абы под это отданы лучшие галереи, это спонсируется, лучшие конкурсы и тому подобное. Вывод. Кто-то это поддерживает. Это именно сделано специально. Флоренция, флорентийцы. У них же мышление детей, да, самих взрослых людей, оно уже другое, потому что они видят красоту каждый день. И когда, конечно, они растут, они с ней по-другому растут. Конечно. А тут представь, человеку показывать в лучших галереях, что показывают в рамках фекалий, притом без всего остального. И дети же с детства ходят. Дети, да. И дети с папой приходят в галерею. И на этом строится уже мышление. Это же галерея. Ему с детства как бы прививают, что это высокое. А там в баночках вот эти фекалии. Он папа, это художник великий, оказывается. Да, да, да. А что я там это каляки свои делаю? Я такие скульптуры. Вот оно, искусство-то, да. Легко. Да, да, и то есть это именно и есть регресс. Посредственное делать. Поддержка примитива. Так что программа, ребят, специальная, диверсия. Воспитывайте красоту в своих сердцах, в своих душах, в своих родных, близких, во всех, кто вас окружает. Чтобы чем больше будет красоты в мире, тем больше будет счастья. Именно наши знакомые и родители, близкие, да, даже, да, даже, да, где-то, да, родители могут родители быть какие-то знакомые, да, прям, да, близкие, да, могли, что? Сколько они, не то чтобы они нас не поддерживали, но сомнением относились, да, да, к нашему занятию. Но, да, вот упертые, занимаемся своим, они, да ну вам это надо, ну вы что, это лучше художники, в офисе, вот в офис, да, там, да, день, да, пред... ну говорит, поможем вам с работой. Да, да, стать нормальным. Нормальным. Да, да, нормальным. Что значит стать нормальным? То есть художник как профессию, как основную, не рассматривают. Не рассматривают, что этим можно жить и работать, зарабатывать. Есть диплом, есть профессия, поэтому это тоже профессия. Конечно. И в банках я сталкивался с недоверием из-за того, что я художник, кстати. Да. Странно. Вот где, я знаю, где дискриминация, когда столкнулся в банке. Все, что касается денег, говорит, твоя профессия какая? Художник. Не, как ты давай, говорит, нам нормальную профессию. Ты работаешь? Ну, да, да. Художник. Говорю, диплом, что ли, показать? Да, я говорю, диплом-то существует, нормальная профессия. Мне же выдали официально государство. Говорит, ты какой-то мутный, сегодня есть, завтра тебя нет, непонятно, знаешь. Вот. А им надо, чтобы было понятно, естественно. Ты стал нормальным. Да, то есть, как все. Ой, мы не виноваты, что зачастую воспринимается наша профессия, как будто это не профессия, хотя мы много времени тратили в обучении. А то, что близкие не поддерживают, это мотивирует или наоборот? Близкие не все, да. То есть мои родители точно поддерживали любые мои занятия на протяжении всей моей жизни. Как художник. Которые заканчивались, чем-то не заканчивались, неважно, поддерживалось. Слава Богу, родители у меня всегда любые мои инициативы. И скорее никто как минимум не препятствовал. Ну, они удивились, глаза, конечно, у них на лоб полезли, что я решил поступать в художественное учебное заведение. Немножко, что мы здесь остались. Вот это чуть-чуть осуждалось, ну, там, да, вот с этим вот проблемы были, проблема, ребят, была, кстати, именно то, что мы здесь остались, Юля. Да. Семейные проблемы были, чтобы, да. Чтобы оторвались. То есть, хотели, да. Ну, как-то да. Что другая страна, что вот мы там что-то придумаем, но что-то сделаем. Ну, тоже поймите правильно, родня есть родня, она переживала, а как, вас что, вас арестуют, вас депортируют. Ну, то есть какие-то же такие мысли, да? Ну, да. Мы им объясняем, что все не так. Мы работаем официально. То есть, ну, после того, как приехали наши родители... Уже вообще все успокоились. Угу. То есть уже все, в семье нет проблем. Но пока не было студии, все было очень. Потому что были голодные времена, да, когда мы понимаем, реально это было тяжело. Когда... Да, семья помогала, если что, даже где-то деньгами, потому что не всегда была возможность заплатить за те же аренды, mm-hmm, даже апартаментов. Mm-hmm. Но в то же время, как бы, когда студия уже организовалась, то есть стало стабильное, что-то есть место, они уже все успокоились, у меня, mm-hmm, наоборот, теперь все довольны, что на студии, mm-hmm, такое место есть. Да. Все. И друзья, кстати, тоже, да, те, которые сомневались именно в нашей профессии, которые предлагали нам какие-то более
другие условия, как их, их понимание более комфортно. Они сегодня совсем по-другому относятся к нашему занятию, причем с очень большим уважением, что мы не пошли никакие, не повелись на их предложения и зарабатываем своими путями, и это вызывает у них, правда, большое уважение и у их родителей, что они тоже с чего-то начинали, что-то открывали, и они вообще говорят, как вы так умудрились. И, то есть, уже сегодня совсем другое отношение. Мы доказали, в общем-то, в какой-то мере своими вот результатами, что на самом деле все не так. Личным примером. Личными примерами, да. Наступил день, когда те, кто сомневался, да, именно, стали гордиться тем, что знакомы с вами. Покидаем мы Лос Гигантес, пообщались с прекрасными от души людьми, с Игорем, с Юлей. Вот, даст Бог, мы еще вернемся, встретимся. Это видео я полностью посвящу только им. Так, ремень у меня здесь, в общем, отсоединился. Такие дела. Все, на этом буду заканчивать. Оставайтесь, естественно, свободными. Полная-полная бочанка.